Ремонту холодильного оборудования в Ледовом дворце «Быть» месяц назад на заседании комитета директор департамента по делам молодежи и спорта рассказала о том, что чиллеры больше не справляются со своей задачей, не морозят лед. Из-за этого сорвался финал прошлого хоккейного сезона и под угрозой сезон новый. Холодильное оборудование в Ледовом дворце установили еще в 2000 году. С тех пор оно выработало более 100 тысяч моточасов. Это в разы больше заложенного ресурса. Депутаты обратились в администрацию с просьбой внести в ближайшую корректировку бюджета финансирование на разработку проекта реконструкции чиллеров. Деньги на решение вопроса выделили. Увеличено бюджетное ассигнование в сумме 341 тысяча рублей для предоставления субсидии Ледовому дворцу на ремонт системы ГВС, а также на ПСД 1 450 000 предусмотрено для капитального ремонта, реконструкции систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования в здании Ледового дворца. Как связана система водоснабжения, вентиляции и кондиционирования с работой холодильного оборудования? Этот вопрос возник у депутатов. Отсюда и сомнение, точно ли в корректировке бюджета речь идет о ремонте чиллеров. Системы вентиляции, кондиционирования и вот изготовления, да, они там вообще взаимоувязаны все. То есть это оборудование таково, что там все системы связаны между собой. Может, это с этим связано, и по документам? Может быть. Эта система так и называется. Может быть. Уточнить вопрос народные избранники планируют уже на следующем заседании комитетов. Они попросили более подробно рассказать, каким образом будет организован ремонт холодильного оборудования в Ледовом дворце. Также корректировка бюджета предусматривает средства на ремонт дорог и центра культурного развития, разработку ПСД на физкультурно-оздоровительный комплекс в 15-м микрорайоне, разработку ПСД на размещение камер видеофиксации нарушений ПДД, поддержку учреждений спорта, образования и культуры. До 18 октября депутаты могут внести свои предложения в корректировку. Их поправки рассмотрит согласительная комиссия. Финальную версию документа примут на заседании Думы в конце октября. Лидия Шулаева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.